Чё такое? Слушай, механик. Чё так? Чё? Не заводится что-то, слышишь, да? Странно, да, действительно. Давай попробуем с толкача, может быть? А это поможет? Ну, мало ли, давай проверим. Так, ну сейчас давай. Я тогда выйду. Только под колёса стану, блин. Только здесь у тебя это прорубь. Неудобно толкать будет, ладно. Да. Что тут крахтит? Кряхти, да, трахтит. Отлично. О, завелась. Шикарно. Шикарно. Так, все, садись, пока не заглохло. Ой, отлично, стой. Сейчас я закрою ворота. Ага. А у тебя ключи, что ли, есть? Нет, я просто захлопнул. Ой, что такое? Да, сейчас закрою и поедем. Она еще работает? Нет, я не слышу. У нее звук какой-то странный был, когда ты это... Все, закрыл? Пытался проехать-то сейчас. Глушак, что ли, у тебя пробит? А ты сейчас... Давай маленько покатаюсь, ты посмотри со стороны. Давай. И здесь проедешь? Зараза! Опять заглохло, ну-ка. Так, давай сзади толкаю сзади. О, завелась! Отлично! Отлично, шикарно. Давай, я пока медленно еду, посмотри со стороны, все нормально? Так, что... У тебя колесо пипец кривое, ё-моё. Ну-ка, гляну. Правое колесо кривое. О, его колбасит, да, жестко. Так, ну, звуков этих я не слышу. Да, реально просто расколбас какой-то. Наверное, из-за вот всяких кочек. Так, ну-ка, сейчас задний ход. Ну, в целом все, смотри, уже даже не глохнет. Видимо, ну, да. Расходилось. Это наверное, какое-то явление, просто... да, то, что двигатель после того, да, как да, постоит? Да, потому что все как бы воды, ну, в чем я, какие воды, все жидкости, которые в машине есть, они как раз из-за долгого стояния, видимо, надолго у тебя стояло, и они как раз отошли. Сейчас они попали в карбюратор у тебя и по всем трубочкам прошли. Короче, сейчас все нормально, смотрю, и должно так и дальше быть. Ну, ты настоящий механик. Давай тогда, залезай, поехали. Так, я не знаю, куда мы с тобой поедем, давай просто покатаемся. Давай, да, очень хочется посмотреть, как же она на ходусе. Ну, нормально подвеска так валит. Для такой машины вполне неплохая. Так, это знак, что он значит? Так, это уступи дорогу, но Ой, фух, ну повезло, что никого нет. Да, могли нас сбить. Давай тут направо поедем. Поехали, да. Это, наверное, главная дорога, что тут у нас магазин Мир находится. А это не факт, что магазин, может кинотеатр какой-нибудь. Вот здесь, интересно. Прикинь, жил мой дед, вот справа дом. Да? Ничего себе. Я туда пришел, да, сказали, что он продал. А это что за знак такой? Главная дорога. Мы едем правильно. По главной дороге. Я, конечно, сдавал на права, но уже все подзабыл маленько. Ну ничего, нужно тебе это все, раз ты начал уже водить машину. А давай тут сейчас я отгадаю, ну или попытаюсь. Это равнозначный перекресток. Правильно, равнозначный перекресток. Ну, на самом деле, сейчас... странно, почему он там равнозначный. Подожди-ка, остановись. Давай. Я сейчас вылезу. Остановись. Так, вот видишь, он не может быть равнозначным здесь, потому что здесь проселочная дорога. А, второстепенная, да, точно. Да, поэтому знак здесь стоит совершенно неправильный. Ну, дорожная служба халявит, я тут вижу. Да, одна вот эта дорожка узкая. Они здесь одинаковые, поэтому явно этот знак неправильно здесь поставлен. Ну давай, запрыгивай, поехали. Так, а то сейчас опять заглохнет, придется толкать. Что здесь у нас? А здесь сказано, что нельзя поворачивать налево. Странно, ну ладно, а я поверну тогда налево вот отсюда, это же можно? Так, здесь налево, ну да, можно, по идее. Ты хочешь на проселочную дорогу? Как бы у нас машина не застряла, осторожно, блин. Да, я хочу именно проверить ее оффроуд качество. Ну это же не внедорожник у тебя. Ну пока что вроде нормально. Да, но если мы застрянем, я не знаю, смогу ли ее вытолкать в одиночку. Ну тогда ты тогда будешь за рулем, я буду толкать. Ну да, то я давно не ел особо плотно, живот не набивал. Сил-то у меня сейчас не особо много. Нормально так с тобой валим. Ну по бездорожью вполне, да, кстати. Ой, что-то я загляделся. Проехали. Сейчас назад. Проехали. А мы куда едем? Вообще? Вон, гляди, какие-то там домики стоят. А, ну поехали, посмотрим, что там за домики. Я просто тут вообще... раздолбанная какая. Я тут вообще же никогда не был. Я же... Да, вот я только... тоже не ходил сюда. Да? А мне казалось, что ты местный. Местный? Но я не по всему городу хожу.
Я понятно. Вот в каких-то... Ой, что-то так, мужик орёт. Что-то смотри. Кричит, да. Эй, мужики, постойте. Эй, ладно, стоим. Остановись, остановись. Пошли узнаем, может, помощь какая-то нужна. Нельзя ведь людей в беде оставлять. Так, что? Что-то рабочие. Он вздыхает. Ну, вот, какой-то мужик более солидный стоит. Давай с ним поболтаем. Давай. Здрасте. О, мужики, вижу вы, вижу вы на колесах, помогите, пожалуйста. А с чем вам помочь? У нас дерево закончилось. Привезете нам? За деньги, само собой. Ну, за деньги. Деньги нам нужны, да? Как раз таки шабашка такая. Да, мы согласны. За 2000 рублей нормально будет? Не, слушай, не, мне кажется, что-то слишком дешево. Ну, мужик, нам и на бензин надо там. Потом, видишь, какая машина? Она, пока мы доедем, развалится. Так что и на ремонт тоже надо будет. Давай за 3000. Хорошо, давайте за 3000. Знаете, как до лесозаготовки доехать? Слушай, механик, ты знаешь, как доехать до лесозаготовки? Нет, нет, не знаю. Нет, мы не знаем. Подскажете? Навигатора у вас, скорее всего, нет. Давайте я вам на бумажке дорогу напишу. Ну, давайте, да, держите. Это все махает что-то нам. Да, да, да. Дал он тебе, да? Да, бумажку дал. Сейчас как там, нормально написано? Почерк, конечно, пипец какой. Ну... Ну ладно, я думаю, разберу. Хорошо, ждем вас тут побыстрее, пожалуйста. Ладно, не подведем. Заодно и такое вот... как это назвать? Приключение небольшое. Да, небольшое приключение себе устроим. Роуд-трип. Запрыгивай, не надо мужиков подводить. Да, поможем ребятам. Так, 3000, тем более, как мы, на... поровну поделим? Ну, нам же надо с тобой, помнишь, 5000 накопить на гонку. На взнос. Точняк, точняк. Хорошо, мы там, возможно, больше заработаем. Ну что, давай, считай, куда ехать? Так, сейчас открою, подожди. Его буклетик. Так, здесь сказано на этом повороте налево в сторону библиотеки. Ага, видишь, там вроде написано библиотеку? Так, большими буквами. Ну, поехали. Ну, езжай, езжай. Так, а, да, точняк. Такие так, поля дальше... тут пшеничные. Наверное, хлебзавод где-нибудь есть, не знаешь? Может быть, может быть. Так, на перекрестке направо. Там будет потом где-то перекресток. Там надо будет направо. А ты, кстати, сам в библиотеку ходишь? Я? Да какая у меня библиотека? Я поесть-то себе толком достать не мог. Ты ну, про видите, кстати, говорит. Мне вообще нравятся эти места. Тут как бы такой микс и из всяких домов таких... городских. И вон, видишь, деревенские постройки всякие. То есть воздуха ну, полно да. чистого. У нас вот красиво. В Москве такого нет. У нас и жилье дорогое очень, и воздуха чистого тоже нету. Так, что, да, дальше ну, куда? Вот здесь хотя бы подышишь свежим какое воздухом. Смотри, здание какое так, страшное. Смотри, старое какое-то. Дальше, что нам нужно прямо до недостроенной пятиэтажки. Потом налево. А вот налево. Мы, кажется, доехали. Только тут, кажется, четыре этажа. А потом налево, потом налево нужно. Налево поворачивай. Но она, видимо, поэтому и недостроенная. Ага, наверное. Какая-то она странная, эта пятиэтажка. Видимо, ты прав. Так, что там дальше? На перекрестке, где виден коттедж, налево через холм. Ну да, вот коттедж. Ты видишь, вон мне коттедж. Кажется, это коттедж, да? Да, значит, так. Здесь налево через холм. Так, ну давай, полный газ, надеюсь, потянет. Давай, давай, давай. Отлично. Я даже чувствую, как она конечно. Так скрипит. Для такой машины она просто делает какие-то невероятные трюки. Ну, старая гвардия. Старый конь точно, борозды точно. Не портит. Ой, а тут может и испортить. Ну, так, вроде нормально, вроде едет. На перекрестке у Академгородка направо. Только вот жалко, тут указателя не стоит. Ну, судя по наверное, всему, наверное, да. Вот. Впереди нас сейчас находится какое-то здание. Скорее всего, это и есть Академгородок, я думаю. Так, направо, говоришь, да? Направо, да, направо. Замечательно. А дальше? Тут что-то какой-то так, спуск серьезный такой. Проехать перекресток с пересеченной дорогой. Гляди, там, кажется, еще одна такая недостроенная пятиэтажка. Ага, вижу, вижу. Но расширяется наш городок. Ну, скоро перекресток глядишь, проехали. Что москвичи там дальше? Переберутся сюда. Так, дальше. Тогда и цены на жилье подскочат. Проехать перекресток прямо. Потом надо будет проехать еще одно пересечение с проселочной дорогой. Потом будет на перекрестке налево. Подожди, я так не запомню, ты так читаешь? А я просто не особо здесь. Так, могу здесь понять. Поворачиваем. Так, не знаю.
Не знаю, я не уверен. Так, ну это ну, перекресток с проселочной дорогой. Так, сейчас. Подожди, остановись. Так, я найду. Как нам все-таки ехать-то? Блин, навигатор нам бы реально пригодился. На перекрестке налево. Нет, наверное, нужно все-таки дальше проехать, на обычный перекресток выехать. Окей. А это вот сойдет за перекресток? Да, думаю, это сойдет за перекресток. Вот здесь хорошо. Мы можем, наверное, и повернуть. Поворачиваем. Так, ой. Двигаться прямо после поворота налево будет пересечение, съезд по проселочной дороге. И там будет дальше где-то поле с пшеницей. Какие-то грузовики стоят. А, ну, это возможно, кстати, они с каким-то грузом. Так, ты говорил поворот налево? Так, я говорил... Блин, такой... У этого мужика непонятный почерк, я не могу разобрать некоторые здесь слова, что он тут написал. Ну да, вот поля с пшеницей, как ты видишь. А вон, смотри, там слева, кажется, какие-то леса. А, ну деревья. Отлично, вот и доехали. Ух, я уж думал, заблудимся мы с тобой тут. Ой-ой-ой, что ты в занос меня повело? Это аккуратно. Я на ручник нажал. Аккуратно. Так. Давай не разбей машину, еще выступать на ней, в гонках участвовать. Еще чинить ее надо будет. Это само собой. Давай выйдем, наверное, пешочком дойдем. Ой-ой-ой, сейчас. Ну, давай сейчас задний ход. Вот тут и припаркуемся. Все, выходим. Там сейчас лесорубы на нас накричат еще. Так, вон мужики стоят, пошли узнаем, что у них. Ой, еле доехали, блин, ты глянь на нее. Да. Ё-моё, как ты вообще, смотри, зеркало у тебя даже. А, сейчас. Ну-ка, фара, смотри, одна целая, кажется. Давай я попробую включить ее. Давай. Работает? О, одна горит, кстати, да. Ну, а вторая, чему там гореть, там нечему. Реально работает. То есть можно и ночью кататься тоже. Ну да. Как, или за это оштрафуют, если с одной фарой? Да не оштрафуют, просто как бы нужно исправить это будет. Ладно, ладно, там мужики ждут. Здорово, мужики! У тебя аккумулятор... Что такое? Аккумулятор разрядится же. Ты фару ставил, машину выключил. Сейчас. Не уедем ведь потом. Все. Мужики там стоят, офигевают. Пардон, мы, короче, начинающие водители, но вот помогаем мужикам. Вы их знаете, да? Да, именно от прораба. Ага, он звонил, идите к Васяну, он вам все выдаст. 20 досок и 20 бревен. Механик возьмешь? Так, давай, да, я сейчас у Васяна возьму. 20 досок и 20 бревен, хорошо. 20 досок я взял. И 20 бревен я тоже взял. Все, взял. Окей. Тогда, ну, видимо, раз они там договорились, уже все расплатились, то все, получается, нас только ждет поездка обратно, да? Да, ну я думаю, что это будет сложно нам провернуть. Тебе потому, что не он тяжело? Давай мне половину. Не написал нам, как ехать обратно. Конечно, мы можем смотреть сейчас на эту бумажку и читать все с обратной стороны. Но, блин, это будет сложно. Так, вот, сейчас загружаю в багажник. И вот лучше отсюда. Ага. Хороший, кстати, автомобиль. Столько места в нем. Вот я сейчас загрузил туда досок. А еще, получается, у меня 7 слотов свободно. Нормально. О, прикольно, так. Кстати. Да, можно было бы и больше тогда взять. Ну раз нас попросили такое количество, мы такое количество и взяли. Хорошо, заскакивай. Садимся. Так. Зараза, опять не заводится. Нет? Нет. Ну, звук... Ладно, давай. Толканешь? Так, давай, я не знаю, вперед, назад. Какую лучше, сторону толкать? Лучше назад, а то мужиков сейчас задавим. Блин, ладно. Ну, не буду их просить. О, все, заскакивай. Быстрее. Хух, все, сижу. Все, отлично. Ё-моё. Ух. Ну что, как поедем? Так, ну, давай сейчас попробуем воспользоваться нашей памятью и проедем, наверное, по памяти. Ну, потому что давай на этой да. бумажке нифига не разобрать по-нормальному. А хочешь ты за руль сесть? О. 100 лет не водил машину. Ну давай.